Главное предложение только сегодняшнего дня от бренда Freya Collection. Это любимая необыкновенная шубка Виола. Причем я сразу скажу, что в 2020 году к нам присоединилось более 3000 телезрительниц, которые стали обладателями этой шубки. Мы снизили цену еще на 1000 рублей в этой зимней распродаже. Мы хотим, чтобы каждая телезрительница чувствовала себя настоящей королевой. Именно поэтому сегодня коллекцию представляет главный эксперт рубрики «Мода», дизайнер. Он работает со звездами. Вы знаете о том, что он делает для вас все. Он отшил женские, мужские коллекции, а сегодня он дарит радость. Наш любимый Микола Комендров. Ну, помимо меня, еще вас сегодня будет радовать бренд Freya Collection, ведь он создал этот мягкий, уютный полушубок. Это та самая шубка, которую вы будете носить больше, чем какую-либо другую шубу. Ведь даже вот теперь, когда уже даже настанут первые деньки весны, вы все равно сможете ее продолжать носить. Хотя она в данном случае согревает до минус 25 градусов. Шуба поставлена на молнии, что дополнительно дает возможность максимально хорошо загерметизировать форму и для того, чтобы согреться. Внутри вас ожидает подкладка, которая выполнена еще и на основе утеплителя термостежки, что и обеспечит эту легкость и комфорт. Мягкая, уютная шуба с полным погружением под реалистичность натуральной норки в длине 73 сантиметра даст возможность вам быть красивой всегда. Это правда, особенная, красивая, желанная, все, о чем мы мечтаем. Сегодня полушубок Виола представлены для вас в черном цвете. Черный бриллиант, это роскошная Black Llama. Знаете, какая насыщенная, какой цвет эффектный, действительно, цвет именно норковый такой, да? А это абсолютная новинка, впервые мы представляем такой желтый цвет, посмотрите. Солнце, одуванчик, да, такие вот эмоции Канарейка. Сразу яркие, да. Дальше у нас есть серый цвет, серо-голубой такой, да, Микола, как, ну, голубая норка. Да, классический оттенок. У нас с вами также есть у нас на Светлане, вы видите, молочный цвет. Он больше такой, знаете, как крем-брюле представлена шубка. И у меня в руках отличается от нее капучино. То есть капучино – это бежево-серый тон, а более теплый тон бежевого – это как раз-таки будет молочный. Поэтому выбирайте сегодня вы ту шубку, которая вам больше всего нравится. Оригинальность меха, конечно же, у нас с вами уникальный. Смотрите, он себя ведет, как действительно натуральный норочный мех. И причем, ты знаешь, самое главное сегодня, Микола, ну посмотрите, размерный ряд весь от 48 до 58 размера. Сразу спрошу, как выбирать размер? При выборе размеров мы сегодня сразу решаем, что дама нижнего типа фигуры для вас сегодня прям вот, как говорится, пряники. Потому что она трапециевидного силуэта, значит, безопасно при выборе по бедрам. То есть даже вам нужно будет выбирать по груди. Кстати, рукав у нас с вами по окружности занимает 44 сантиметра, то есть увеличен. Поэтому даже пышная ручка здесь будет чувствовать комфорт. Что касается самой проймы вточного рукава, она составляет 60. Плечо по ГОСТу идет 12 сантиметров, стойка воротник 9 сантиметров. Микола, более 300 наших покупателей сделали своей первой покупкой именно полушубок Виола. Сегодня мы дополнительно снижаем цену еще на 1000 рублей, мы дарим вам бесплатную доставку, а самое главное, это зимняя распродажа, которая началась и заводит сегодня, в хорошем смысле этого слова, нас к покупкам. Ты знаешь, написала мне наша телезрительница из города Калуги, Анна Николаевна, которая сказала: «Леночка, у меня, говорит, длинная шуба висит уже несколько лет. Когда я увидела полушубок Виола еще в октябре, я думаю, была не была, понравилась, я тогда ее приобрела». Я, говорит, так довольна, я ее обожаю, я знаю, что я ее сейчас буду носить, потому что до минус 25, и потом осенью вот как курточку меховую. Да. То есть это та шубка, которая у вас еще чаще будет применяться в вашем гардеробе, потому что она, во-первых, укорочена, во-вторых, она полностью оснащена температурным режимом зимнего периода, и в то же время будет актуально смотреться и даже уместно в погоду, когда уже зима даст свои права весне, или также, когда осень только начинает заигрывать зимой, вы уже сможете ее надевать. То есть у нее, в принципе, даже не 3 месяца ношения, а даже больше.
Данный случай мех Тесавель, который с 90-го года производится во Франции, является одним из самых реалистичных мехов, имитирующий натуральный. По поведению, по тактильности, по строению самого ворса и его окрашивания. То есть это действительно прям реалистичное повторение натурального меха. При этом у нас с вами здесь трендовое именно сечение в виде такого поперечки. Но поперечка в настоящем скорняжном деле шьется с помощью отдельных лоскутов. А лишние швы – это всегда зияние. То есть ветер может пронизывать через эти отверстия или швы. Здесь же швов нет. Целостный рукав, целостные две передние полочки и целостная полностью спинка. То есть данный продукт шит просто из единых изделий. А это просто филировкой машины была исполнена такая работа. И спина закрыта, и поясница закрыта. И это очень красиво. Но самое главное – цветная шуба – это всегда модно. Да, не только у нас, но и в Европе ее очень много любят. Кто-то ездил раньше в Грецию, в Турцию за шубой, а теперь такие шубы есть у нас. При этом укороченные шубы в этом году будут еще более актуальны. В 2023 году мы уже идем с вами на опережение, несмотря на то, что только наступил 22-й. У нас с вами стиль 90-х будет самым таким олицетворяющим. Укороченные как раз-таки шубки очень были популярны именно в период 90-х, а конца 80-х. Брюки-клеш возвращаются на высокой посадке. Только представьте, джинсы-клеш вы будете носить вместе с таким полушубком, мягкой, а может быть даже фетровой шляпой. Будете роскошны, красивой богиней, как и сам бренд Freya Collection. Вот из Москвы наша телезрительница говорит о том, что она давно такую шубку хотела, она понравилась, сегодня точно закажу. Полина Аркадьевна, это будет верное решение, потому что сегодня снижение цены еще на 1000 рублей. Изнутри стеганая, удобнейшая, до -25. Мне нравится, что у нас сегодня такое предложение, его может позволить себе каждая телезрительница с бесплатной доставкой. И причем снег, влажная погода, меху никакая не помеха. То есть действительно каждый день мы можем находить именно в этой шубе. Да, и если даже вы ее где-нибудь испачкали, вы можете ее постирать в машине при температуре 30 градусов. Неважно, высокого роста, брюнетка, блондинка, светлая кожа, смуглая кожа, вы можете выбрать ее для себя. Сейчас вы видите различных наших моделей были представлены на экране, что доказывает, что какого бы типа фигуры вы не обладали, она такой шубкой будет вам комфортно. Дамы верхнего типа фигуры, обязательно хорошенько замеряйте именно типаж вашей груди и выбирайте данный полушубок, применяя при этом, например, одежду внизу. Выбирайте и дарите себе это удовольствие. Итак, внимание, серый, черный, желтый. Эффектные предложения сегодня. Молочный цвет капучино уже становится совершенными лидерами. Бренд Freya Collection позволяет вам сегодня сделать заказ еще со снижением цены в 1000 рублей на зимний